отвечает за нормативы, ну сразу скажу, что в принципе заказчик нормативов, планировщик, то есть не главный механик, не главный инженер, а человек, который каждый день должен вот эту вот задачу, сколько по нормативу нужно слесарей или там монтажников на выполнение определенных операций. То есть он может либо каждый раз оценивать этот, сколько нужно людей, либо один раз делать норматив, то есть заказать либо там сметному какому-то организации, либо хронометраж провести, либо, ну, то есть есть разные способы получения нормативов. Но он отвечает, вот вы правильно написали, кто отвечает за нормативы работы? Планировщик. Где он их получил, то есть либо из своего опыта, либо из документа, это вопрос второй. Но отвечает, чтобы они были он. Провозились 3 часа, это значит на следующем горизонте он анализирует, что как бы возились не тем инструментом. В следующий раз он ему выдает нормальные ключи, гайковерты, и они начинают работать быстро. Опять-таки, здесь важна именно сама система. То есть выдал план. Вот если вот эти цифры есть, по плану был час, по факту 3, это отличный, скажем так, материал для анализа. Почему 3 часа, а не один? И следующий цикл уже выполняется планирование с учетом нового норматива.